Представьтесь, если вы сотрудник правоохранительных органов. Представьтесь. Кто вам дал право вмешиваться в личную жизнь граждан? Сними, сними ее, сними. Сними, что ты прячешь? А что вы прячетесь? Что вы прячете? Кто дал команду вмешиваться в личную жизнь граждан? И подслушивать, и записывать на камеру разговоры частные. Вопросик. Ответьте, если вы сотрудник милиции, представьтесь. Кто вам дал преступную казинку? Кто? Он пусть ответит, пусть ответит. Кто? Вы снимали, включали камеру, включали телефонные диктофоны. И стояли, подслушивали. Когда я задала вам вопрос, какого вы рынка, вы ничего не ответили. Значит, вас поставили умышленно подслушивать частные разговоры, правильно? И фиксировать на камеру. Я камеру ни разу не включила. Люди видели, мы тоже не слепые, как говорится. Пускай вы отказываетесь все-таки представить? Нет, пусть отвечают за свои дела. Я же говорил, ребята, другому сотруднику, который парень снимал. Представьтесь, пожалуйста. Камера. Я говорю, снимайте лучше, когда машины палят, когда поджигают. Когда стреляют, бьют людей, избивают. Вы же... Тогда да. Гражданка...